А у него видно, да? Это целый день убирать. Да если ты, ну хотя бы забывай. Три комнаты, а мы сюда дворов. А вы уже убирали у него когда-то? А? Когда-нибудь убирали уже? Нет. Нет, первый раз? Первый раз. И в шоке. Мы в таком шоке, что просто ужас. А сам он что говорит? Сам он через верх, он перелез и там сидит. Да, да. А помочь вам не хочет? Ну, говорим, что помогает, молчит. Перелез сидит. А тараканов, Хотя домой не принесли. Вот в чем дело. Тараканы? Да. О, такие колеванные бегают. Это ужас. И вонь прям трупиками воняет. Там, наверное, или коты, или собаки долгие, что-то такое. Да, действительно. Да, Анечка, я снимала. Ой, нет, это няня. Нет. Я снимала оттуда. Ага. Вот. А смотри, что это надолго очень. Чуть-чуть только разобрано. А вы расскажите, что вообще человек давно этим занимается? Год. Вот это за год. За год собрал? За год. Мама у него заболела сильно, и брат младший забрал ее в Запорожье. Это после пожара, который у нас был в прошлом году на Пасху. И вот он один остался, и вот это за год он вот это все наносил. Это невозможно. Тараканы будут... А в больницу его не хочет брат отправить в больницу? А только с согласия больного. А брат что, не может? Нет. Он его отвозил в Запорожье, а он не дает согласия, и все. Он не дает согласия. Он агрессивен? Бывает, да. Вот в позапрошлом году, полтора года назад, был даже сюжет по телевидению, когда он с ножом тут ходил, всем угрожал. Дверь мне выбивал, это вообще уже что-то было. Всем. Ну вот сейчас вот вроде чуть-чуть успокоился, но вот, это же невозможно. Это же кошмар. Вы извините, я тороплюсь. А вот. Я думала, это быстро, оно быстро не получится, а мне нужно срочно ехать по делам.